в этот праздник принято размышлять о книге Руфь. Это очень интересная история, когда девушка из другой страны, девушка из другого народа, пришла в землю Израиля и разделила свое будущее. И вот здесь у нас прекрасные слова. «Твой народ будет моим народом, твой Бог будет моим Богом». И у нас сейчас будет небольшое выступление. Давайте мы насладимся всем тем, что нам приготовлено. Тебе нужно отдохнуть. Давай присядем, пожалуйста. Мои дорогие, Рут, Орфа, вам пора уходить. Не надо плакать. Не плачьте. Вы достаточно пролили слез по моим умершим сыновьям. На вашей земле я потеряла не только своих детей, но и мужа. Я очень люблю вас, но мне нечего вам дать, нечего. Мне очень больно и тяжело, но нам надо расставаться. Я очень вас прошу, я молю Господа, чтобы Он явил милость, как вы являли милость ко мне и к моей семье. Вы пойдете в свою страну и найдете там свое счастье. А я пойду в свою землю и не буду больше называться Наоми, а назовусь Марою, потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Идите, дети мои, и будьте счастливы, как счастливы были когда-то мы все вместе. Но как ты в него еще веришь? Когда он оставил тебя без семьи, без детей, без мужа, как ты в него веришь? Как же мне в него не верить? Ведь он все, что у меня есть. Давайте я помолюсь за вас, и вы пойдете. Идите, дети мои. Ну как мы оставим тебя? Как же? Мы же твоя семья. Я прошу вас, идите. Вы свободны. Прощай, Наоми. Прощай, Рут. Рут, дорогая, ты видишь, Наоми пошла к своему народу. Тебе надо сделать то же самое. Иди. Наоми, не гони меня, пожалуйста. Куда бы ты ни пошла, я пойду с тобою. Где ты жить будешь, там и я буду жить. Твой народ, мой народ. И твой Бог, мой Бог. Где ты умрешь, там и я умру. Смерть одна лишь разлучит меня с тобою. Пойдем, Наоми. Пойдем к твоему народу. Солнце стало в Израиле. Работай веселее. Слуга, скажи, а что это за женщина? Это Рут, моавитянка. Та, которая пришла с Наоми. Она попросила собирать колоски за жнецами. С раннего утра до позднего вечера работает она. Только на ней держится вся семья. Рут, послушай, не ходи подбирать с другого поля. Будь с нами. Ешь и пей со служанками моими. За что ты так милостив ко мне? Я же моавитянка. Я слышал, что ты сделала для свекрови своей. Ты оставила землю родную и пошла к народу, которого ты не знала. Да благословит тебя Господь Бог Израилев за то, что ты пришла, чтобы успокоиться под крылами Его. Спасибо тебе, Господин мой. Ты утешил рабу твою.
господин. Я работала на поле Вааза. Он так был добр ко мне. Вааза? Но ведь это же наш родственник. Не ходи больше, дорогая, подбирать на другие поля, чтобы тебя там не обидели. Ходи на поля Вооза. Он никогда тебя не обидит. Науми, он так красив. Послушай меня, дочь моя. Сегодня он пойдет веять ячмень на гумно со жнецами. Пойди к нему. Пойди. Хорошо, Науми. Кто здесь? Рут? Что ты здесь делаешь? Господин мой, не гони меня, не оставляй меня, ни один день. Куда ты пойдешь, пойду и я. Твой народ, мой народ и твой Бог, мой Бог. Конечно же, Рут, будь всегда со мной. Я не оставлю тебя никогда. Ты так хорошо сделала, что пришла. Мой народ будет твоим народом. А мой Бог будет твоим, и так будет всегда.